Всем привет! Решил наконец-таки выгулять своего железного коня. Сегодня 24 апреля. Очень еще холодно. Еще везде лежит снег у нас. Я уже подзамерз, пока доехал. Проехал, сколько я там? Еще 13 километров проехал. Уже весь задубел, хотя вот такой кожей я приодет. Весна, солнышко, хорошо, природа. Вот так все, речка разлилась. Река Шуя, это Карацалмский мост. Вот такие вот идут ограждения. Дело в том, что раньше спускали лес по этой реке, чтобы вода у нас не падала, да, у нас были такие шлюзы, закрывались, уровень воды поднимался и можно было сплавлять лес. Сейчас я поеду до озера, съезжу 21 километр. Золотые пески их называются, на пляжи. Может быть, вокруг озера проеду, Суоярского. Но говорят, что там еще снег, ну, посмотрим. Доехал я до 21 километра, до Золотых Песков. Первые впечатления рассказать о шлеме. Получается, сейчас сегодня, наверное, где-то плюс 3, не жарко, ну 5 максимум, ветер холодный. И пришлось даже вентиляционные отверстия закрыть, так как холодно. У меня он даже нос замерз. По вот этим очкам. Их, если вот так опускать, нереально ехать, глаза вообще будут уставать. Если только солнце где-то висит наверху, да, там на линии горизонта, и слегка ехать, смотреть, и чтобы она глаза вам не светила, как бы, как типа как козырек дополнительный. Можно вообще затонировать его или там закрасить, чтобы просто слегка, слегка в глаза вам это солнце не мешало. А так, в принципе, по шлему нормальный шлем. Я говорю, ну голова что-то даже сегодня замерзла. Фу. Ну, лед уже там уже открывается у нас. Еще лед стоит, но уже открытые места уже есть. Хотя мы год назад, два года назад ездили с пацанами, а лед прям стоял. Не знаю, сейчас... Все, проваливаюсь. Все-таки по льду уже не стоит ходить. Так как скоро уже придет май, озеро откроется. Ну, кстати, странно, что озеро
открылось. Оно бывает до чуть ли не до 1 мая, еще лед стоит. Сейчас я по мотоциклу пробегусь. Первое, это я заменил покрышки протектор на петрошину. Перед вот такой вот у нас петрошина размерности 21. Так, перевести, сами переведите, короче. Две покрышечки, получается, петрошина взад, на заднем колесе, вот такой вот рисунок, получается, в размерности 3,75 на 18, вот D230, в переводе на дюймы, получается 100 на 100. В принципе, покрышка села очень неплохо, расстояние, сейчас сфокусируем тут, еще есть, так что 100 на 100 нормально. Стояло до этого 120 на 80. Ну, видели, да, в предыдущих видео. А достались они мне по халявной цене. Друг продал своего джебеля. И за 3 косаря 2 покрышки он мне их продал. Я считаю, это прям халява. Сейчас, не знаю, там 6 тысяч будет стоить они, наверное. Покрышка, так, вот по задней оси перебортировал, задняя была смятая, тут буксатор стоит, и где-то смятая была камера, потом я, ну, перебортировал до этого смятого, и дырочка оказалась, но заклеил, пока все нормально. Но камерой запасной запастись, я думаю, стоит. По передней оси ровно я не отцентровал ее, да, покрыху. Нужно еще будет разбортировать. Есть, конечно, биение. Общее впечатление по грунтовке, в принципе, идет хорошо. Сейчас более уверенный и это стало ехать. Мелкие камушки проскальзывают, да, как бы по грунтовке идет хорошо, немного плавает, конечно, но плавает из-за того, что грунт сейчас не слишком твердый, но, в принципе, меня устраивает, так как у меня была совсем стертая, да, по видео вы, по предыдущих видео вы могли увидеть это. Заменил я аккумулятор, потом про аккумулятор отдельно расскажу, и еще хочу сказать вам, заменил на все-таки слайдер цепи, поставил, стал как родной. Еще хочу сказать, что заводиться стал хреновенько, так как, возможно, нужно снять карбюратор и промыть его. И получается, на холодную, во-первых, погода, вот это вот в такую погоду, он вообще хреновенько его завести, да? И когда заводишь, карбюратор начинает, получается, прогреешь, вроде все нормально, да, и начинает как бы на до отсечки, ну, даешь резкий газ, не знаю, стоит ли тут ускоритель, то, получается, захлебывается. Потом вроде разгазуешься, вроде ничего. Как говорится, сезон открыл. Сейчас, не знаю, сейчас, может, дальше прокачусь. Сейчас, может, прокачусь, может, вокруг озера чуть дальше посмотрю. Ну, в принципе, пейзажа другого мы наблюдать не будем. Пляж вот уже без снега, можно позагорать. Купаться-то еще рано. Не, ну купаться вон можно, вон, вон там. Льда нету, оттаяло, что? Вон еще здесь он. Это ж все путем, как говорится. Что-то я подзамерз, я бы, блин, хоть костер разводи и грейся. Потихонечку начинает все оживать. Только снег сойдет, будет все хорошо. О, вон там бежит, течет. Солнышко, хорошо. Но только холодно, блин. И сегодня уже 24 апреля, представляете? О, прям дубак. Вон он течет. Течет. Кабеля тут непонятные.
Да, кстати, надо хоть попробовать, как эта резина гребет по снегу, по песку. Есть прекрасная возможность продемонстрировать вам. Ну что, нормально так гребет резина, как бешеный. Даже смотрите, диск какой стал. Литой диск, можно какой-нибудь рисунок тут сделать. Пим-пим, всякий разный. Хотите такой, хотите такой. Все в снегу. Жесть. Ладно, поеду дальше, покачусь, посмотрю. Пока еще солнце немножко хоть греет бы. Фига, я тут еле успел затормозить. Размыло дорогу. Вон такой ручеек там. Пойдемте посмотрим, что там. Думал, что большая ямища. И можно было кувырнуться. Вон, вот так вот размыло. Но тут уже люди проезжали. И немножко подукатали. Вот такие бревна. Закладывают. Видимо, на лесовозах ездят. В принципе, как вариант, готовые дрова приехать и напилить, забрать. Прикиньте, да? Идея хорошая. Вот так. И все равно придется засыпать песком или... Вот сколько дров, смотрите. Просто если бы ямища вот такая была, вот там полностью... то можно было, конечно, навернуться жестко. Хорошо, я успел затормозить. Вот он, ручеек, так и идет отсюда. И все размыло, вон вода идет. Наверное, неделю назад, наверное, вообще, наверное, потоп воды большой был. Так что вообще аккуратнее надо быть. Сильно не гоните. Тем более из-за поворота. Из-за поворота вышел. Блин, сколько дров хороших, а? Смотрите, березка. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Прям вообще прям. Вон береза, пилить не хочу. А, тут, видимо, наверное, размыло еще больше. А свежего песка просто привезли, засыпали, чтобы не размывало. Так что едем дальше и будем аккуратней. Добрался я до Тунхунварского моста.
здесь уже лед отошел. Вон уже чайки там плавают вдалеке. Этот мост можете узреть. У меня видео есть, как мы с Пашкой, как я пробовал на его минскаче гонять. Солнышко хорошо. Во! Тут тоже совет да любовь чья-то. Видимо, только без гравировки. Ну, надеюсь, эта молодая или очень пара еще живет вместе и не развелись. Я опять зло шучу. Судя по свежему такому замку, ему не больше полугода. Видимо, в соседние деревни приезжают и по традициям вешают замочки, бьют бокалы. Че, красота. Так прохладно еще пока. Так красиво, хорошо. Скоро приедем. Скоро собака пойдет, плотва. Будем ловить. Да, сегодня вон вербочки уже распускаются потихонечку. Да, кстати, кто меня смотрит, не забывайте лайки ставить, кому нравится, и кто еще до сих пор смотрит, напишите какой-нибудь хороший комментарий мне. Ну и подписаться не забудьте обязательно. А то смотрите все без подписки меня. Может, кому интересно будет дальше. Постараюсь для вас побольше снимать. Тут как-то намного теплее. Ветра нету, тут как бы солнце. Прям хоть немножко погреться и дальше поехать. Смотрю на этот мост, и он мне кое-что напоминает. Я раньше работал на железной дороге вагонником, и кое-что немножко знаю. И мне напомнил этот мост, сейчас я вам покажу, вагон. Обычная тележка, рама от вагона. Смотрите, во-первых, идут такие балочки, во-вторых, даже тормозную не сняли, тормозную магистраль, вот она до сих пор. Здесь это как поворотный, на тележках стояла, там такая же аналогичная. Тут типа хребтовые балочки такие. Получается, вот он здесь раз, и там вот два идет. И тупо раз вагон, два вагон, просто тупо сюда положили. И он сколько-то лет уже служит мостом. Охренеть. О, сейчас это глыба льда будет разваливаться и потекет с той стороны. Сейчас будем наблюдать за этим, за этой глыбой. О, потихонечку. Сейчас она вся отломается. Плывет, плывет потихонечку. Вот она пошла. Ну, красиво же. Прощай, зима. Приходи, лето. Бабах, все растаяло. Заметил, сидят там какие-то птички. Сейчас попробую я их приближу. Вон там. Вон они сидят, греются. Так, кто это у нас там? Да, это не чайки у нас. Напишите в комментариях, что это за птички у нас. Что-то не могу понять. Похоже на утку. Хотя еще рано. Ой-ой, какой красавец. Блин, как мне холодно, а?
что это он личинку отложил? Он такой упитанный довольно-таки. Как им не холодно, а? По льду уходит и пофиг вообще. Смотрите. Обалдеть. Я в ботах, блин, и замерз. Человек вообще самое слабое существо. Если вы знаете. Оп, уточка, наверное. Ой, тут не одна. Ну, хорошие, жирненькие, упитанные. Обалдеют. Дождались, что можно поплавать. Побыть, как говорится, в своей стихии. Камера, хорошая камера, как далеко приближает. Добрался я до поселка Тунханвара. Там вот дом есть. Сейчас я, наверное, туда прокачусь, посмотрю. Ну, он старый уже. Разбирают его потихонечку. Такой поселок небольшой там. Наверное, три дома осталось, наверное, здесь. Вон он, жилой дом. Сейчас так пополю и похерачу. Раньше люди там жили. Наверное, семьи, наверное, четыре. Это был уже разобрана крыша. Скоро, наверное, арболитовые стены будут разбирать на гаражи. Еще пока стоит там типа что-то гаража. Ну, ничего там такого ценного, конечно, уже не будет. Как говорится, артефактов. Вот тут плиты хорошие. Плиты тоже на гараж подошли бы какой-нибудь. Ну, всякое. Всякий хлам, наверное, типа гаража было что-то. Наверное, гараж и был, наверное. Там такие сарайчики стоят. Ну, какой-то сарайчик. Все ценное и полезное вынесли. Ну, тут уже... А, ну. Тут опасно, кстати, ходить. Может, это все в любой момент провалится. Так же, как и провалились полы. Там много воды. Так что тут вообще опасно ходить. Тут уже все. А, ну вот стенки начали разбирать. Я думаю, даже, наверное, дальше не пойду. Как говорится, нехрен тут делать. Вон там местные жители живут. Так, немного домов. Ну, какой-то кирпич. Это сарайчик тоже был. Ну, там тоже уже. Ну, там смысла нет ходить. Но так и не получилось. Так места красивые, да, деревня была. Поля, поля, поля. Езде. Пастись скоту, как говорится. Тот самый мост, который неоднократно вы можете наблюдать в моих видео. Птицы поют, так вообще классно. Наверное, слышите, я надеюсь. Здесь все так это выстрижено. Здесь коров выгуливают, да. Ну, соседняя ферма здесь есть, частная. Так что может тут наткнуться на бомбочки вот на такие засохшие. Кстати, много навозу. Может, кстати, приехать, просто тупо кружок сделал, там дров, где мы видели, да, там на этот уже напиленных готовых, а здесь что, с мешком приехал, походил, пособирал, вот тебе навоз.
И деньги платить не надо. Ходи да собирай, блин. Че тут? Тут и вообще тут, вон, все усыпано. Че ему будет? Все, вот тебе живые удобрения. И на бабки платить, блин. На реке уже льда нету. И этот озеро, получается, Суоярское, вокруг которого я проезжал, получается, там уже тоже вот заход уже практически, я не пойму. А, нет, там, наверное, там еще, наверное, вот, там лед стоит. Ну, река уже вся ото льда открылась. А, да, кстати, это же, получается, наш район, бывшая финская территория. И что на этом берегу, да, что на том берегу, там ступеньки есть. Там, наверное, видно. Получается, вот тут такие ступенечки. Тут было какое-то здание. Это, представьте, больше 80 лет, а может, больше 100 лет назад. Представьте, больше 80 лет вот тут стояло не то, чтобы какой-то домик, да, а ступеньки такие серьезные, ну, какое-то здание. Злые языки поговаривают, что это, мол, якобы был дом терпимости. Ну, говорить-то можно всякое. Такой серьезный фундамент. И представьте, столько лет, да, вот на открытом воздухе. И как раньше хорошо делали. Смотрите, тут просто вот эти ступеньки до сих пор, они, как говорится, живые, да. Вот, блин, вот посмотрите, как раньше хорошо делали. Ну, то есть, как финны хорошо делали, да. Просто на века. Понятно, что фундамент уже вот так вот, он весь потрескавшись, да. И вот тут вот такой дом стоял. Ну, не знаю, вот что-то там. Во всяком случае, ступеньки, конечно, серьезные. Не то, что, да, вот сейчас русские строят. Хотя вот так поковыряться разрушается. Но представьте, 80 лет. Вот такой камень. Так что вот так строили раньше финны. Ну и сейчас, наверное, думаю, не хуже строят. Так показать. Больше здесь, наверное, нечего. Там вот на берег под мостом. Там был заезд. Там уже кто-то дом себе поставил. И там были такие скалки хорошие. Там купаться вообще здорово было. Скала прям, заходишь, прям скала, прям в воду вот так вот. И потом уже глубина начинается. Ну, это прикольно купаться там. Ладно, поеду дальше. Я замерз здесь. Капец, весь замерз, блин. Холодно, конечно, все. Еще ни хрена не весна. Апрель — это еще не весна. Май, может быть, будет весна. Хотя тоже сомневаюсь. Главное, не заболеть, не простыть. Поеду дальше. А, кстати, перед этим крепление сломалось на GoPro-шку, а на шлем мне еще пока не пришел. Не пришло крепление. И думаю, GoPro-шку сюда закрепить, вот на эту часть, чтобы и голос мой слышно было, и как-то здесь вся картинка будет перед тобой. А то неудобно камеру, постоянно камеру доставать, снимать. Бывает, что-то хочется быстро... быстро вам показать, снять, показать, как говорится, сразу же там нон-стоп. И приходится камеру доставать. А так быстро хоп, показал. Вот смотрите. Я надеюсь, много в этом году, в этом сезоне покажу.